Приветствую вас. Я бы на самом деле больше, знаете, вот на что бы обратил внимание, на то, что вы, вероятно, сами своего любовника стали привлекать больше, то есть его преждевременная эякуляция может быть результатом его привязанности к вам, большей привязанности к вам, чем это было, например, раньше. Это вот такой вариант еще тоже может быть. Но вообще-то говоря, я не очень понимаю, почему после его преждевременной эякуляции, как вы говорите, вы не смогли через какое-то время продолжить половой акт, потому что зачастую, спустя какое-то время, мужчина после эякуляции может, в принципе, заняться сексом. Второй раз он кончит гораздо более, будет кончать гораздо более дольше, и вообще нормальный секс как раз таки так и происходит, что первый раз мужчина кончает быстро, а второй раз уже как раз таки все происходит так как нужно, да? Вот, то есть здесь ситуация вот такая, на мой взгляд, и вам не нужно говорить о мужчине, вам не нужно говорить мужчине о том, какой он, вам желательно говорить больше, наверное, о себе, да, о том, что вы, к примеру, чувствуете, о том, что вы, к примеру, остались неудовлетворены. Вот, потому что в противном случае ситуация может повториться, вот, и на мой взгляд, как бы, условно говоря, повторение ситуации — это то, что вам необходимо, потому что если вы эти ситуации не исключите, то они действительно могут повториться, но не потому, что мужчина, например, просто с ним что-то случилось, да, а потому что он, например, поймет или почувствует, что так можно. То есть, видите, здесь ситуация в том, что у человека просто могло измениться отношение к вам. То есть он мог начать по-другому к вам относиться. Это очень важно понимать. Его действия, его поведение, сексуальное поведение, оно может быть в том числе и результатом тех перемен по отношению к вам, вот, которые произошли в результате, например, длительности ваших отношений. Вот. Потому что со здоровьем, вряд ли, чтобы со здоровьем там что-то за такой очень небольшой промежуток времени, да, что-то случилось. То есть я не думаю, что там что-то со здоровьем произошло. Вот.
такая вот история, там, то, что можно вам ответить, конечно, само наличие любовника говорит о некой неустроенности вашей личной жизни и нежелании менять что-то в ней, в своей личной жизни, вот. Но это уже исключительно, конечно, это уже исключительно ваша компетенция, это уже исключительно ваш выбор, ваше решение. Я не думаю, что мы здесь можем вам указывать, тем более, что ваш вопрос связан немножко не с этим, да, а с другим вопросом. Но и вопрос, который вы задаете, он, к сожалению, тоже больше касается про то, чтобы угадать, погадать, но никак не про то, чтобы рассматривать какую-то вот реальную проблематику, вот, реальный вопрос, который психолог мог бы рассмотреть. Вот, поэтому вы определитесь, пожалуйста, с тем, что может сделать для вас именно психолог, именно специалист. Вот, какую проблему может решить специалист, потому что в идеале, ну, вам нужно вот с мужчиной, да, вместе обратиться к психологу. Вот, в идеале, это прям идеальный вариант. Так, ну, будет лучше, если вы выразите мужчине именно вот ощущение собственной неудовлетворенности, то есть, ну, что вот, что вы не удовлетворены, понимаете, что вот именно вас вот не устраивает, что это как бы не он виноват, да, потому что его обвинять, ну, не нужно, а вот именно, что вас что-то не устраивает. Вот, и это было бы, в принципе, ну, вполне справедливо с точки зрения, например, защиты вашей позиции, с точки зрения того, что вы отстаиваете свои интересы, что вы хотите быть удовлетворённой и не хотите, соответственно, ну, оставаться без удовольствия, когда вы занимаетесь сексом. С другой стороны, опять же, не совсем понятно, видите, почему мужчина не может удовлетворить вас по-другому. То есть, ну, предположим, мужчина там не готов заниматься сексом после эвакуации, но он может вас удовлетворить, он может удовлетворить это по-другому. Почему он этого не делал? Да, то есть есть, очевидно, некие проблемы в вашем сексуальном взаимодействии, что вы не привыкли разговаривать о том, чего вы хотите, вот. И если это так, то, наверное, это первое, с чего стоило бы начать вам. Первое, с чего, первое, на что стоило бы обратить внимание, вот, потому что отсутствие разговоров в сексе ведет к неудовлетворенности практически всегда. Вот, примерно такой ответ я могу вам дать. Я надеюсь, что это было вам полезно. Я надеюсь, что для вас это было полезно. Я надеюсь, что вам это было, ну, как минимум, интересно, да? Вот. Как максимум, что-то даст вам пищу для размышления и понимания того, что
что вам, именно вам, нужно там, ну, себе, к примеру, поменять. Вот. Такой ответ. На этом все. Я надеюсь, что это было полезно. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне свои вопросы в личку, буду рад ответить. Удачи вам, всего самого доброго. Если мой ответ понравился, то буду вам очень благодарен за его оценку в качестве лучшего. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом.